я хотел рассказать еще о том сегодня, что ровно год назад, в этот день, 16 декабря 2020 года, я попал в больницу с ковидом. Заразила меня женщина 30 с небольшим лет. У нее заболели родители. Вот она была переносчиком, меня заразила. Значит, положили меня в больницу, отлежал я в красной зоне 2 недели. Так что то, что такое красная зона, я помню хорошо. Спасибо осетинским врачам, меня быстро подняли на ноги. У меня был очень высокий процент, больше 50. Я уже практически не мог дышать и говорить. С трудом поднимался по лестнице. Ну что хочу сказать, меня быстро подняли на ноги. На 5-й день я уже делал зарядку в реанимации. Я был тогда в то время, год назад, самым молодым. В палате нас было 4. Я был 50+, все остальные были 70+, и даже один мужчина, ему было за 80. Ну как, потом выяснилось, его не смогли откачать. Поэтому потом еще один, когда я уже выписался, скончался. В общем, вдвоем мы остались из тех 4, кто тогда лежал. Я к чему это все рассказываю? Тогда, я помню, была очень прохладная зима, было много снега. Сегодня, в этом году, слава богу, в это время нет снега. Летают мошки, от которых я вот тут отбиваюсь. Растет трава, снега нет. Даже в горах, в ущельях, где мы были неделю назад. Так что, и еще хотел сказать. Вот я год прожил после того, как переболел. Простыл я 1 раз. Была у меня простуда, поболел я 10 дней. И то сам виноват, пил холодную воду, и все. Я не вакцинировался. И вот прожил без вакцины. Вот это я хотел рассказать.